Hey guys, this is Annie Talks with you. My name is Anita Shudhadar, and today we're gonna watch a song, Masko Mashuka by Hani Singh and Neha Kakkar. This track is a mix of Punjabi and Russian language. And since it's a lockdown all over the world, we're gonna watch this song with my friend Sophie in Zoom. Ну, я не совсем понимаю, для чего там присутствие вообще русских слов, русского вокала. Как бы очень все такое сомнительно, конечно. Это некая Екатерина Сизова. А, ну Екатерина, я же говорил, Кэт. Кэт это у нас, Кэт это в любом случае будет Екатерина, поэтому Кэт, все понятно. Кто такая, кстати, в России никто не знает, поэтому можете не париться, ребята, это не какая-то популярная певица. Вообще никто ее не знает. Что это, кто это вообще? Ну что, для нас, я думаю, это просто банальный набор слов, который, в принципе, используется в любой низкопробной рыбчинке, которую... Да. Вот, сказать, что прям меня так качнуло или что-то такое, я не скажу, мне как-то абсолютно, ну, типичная песня, да, ну, да, соединили. Ну, банальная как бы, такая. Да, соединили хинди, русский, типа, необычно, наверное, для них это ничего, но для нас это крайне странно. Ну, я, как бы, я... люблю любого рода соединения, да, какие-то я там фьюжены, когда тоже, люди да. делают, но в данной ситуации не, ну, что к чему, просто непонятно, для чего там вообще русские слова, если дальше все равно поется совершенно о другом, и тут вдруг начинает какая-то, значит, это Екатерина... Кстати, там парень пел тоже русский же, нет?
да, который да, жду от вот тебя это, новостей. Новостей. Это же парень, поэтому не девушка. Да, смелее. Кто? А парень-то кто? Навряд ли это сам Хани Синг поет. Я, конечно, не знаю, да. Не знаю, русские вокалы и бай Екатерина Сизова, все, что написано. А что парни-то пропустили? Парень там больше поет, чем девушка. Вот-вот-вот. Это, ну, просто настолько бессмысленно, я бы сказала. Ну, вот, вообще да. Непонятно к чему, откуда такая любовь к Москве. Да. Непонятно вообще. А что такое Машука? Ну, как бы, май, шука, ну... Я так полагаю. Ну, потому что говорят же, май это как бы типа ма. Ма. А, ну да, ма. Поэтому я так понимаю, что. А, это завуалировано. Да. Это цензура не прошла видео, поэтому они решили, что это будет Машука. Машука. А интересно, вот когда они создавали эту песню, они вообще знали, что это за слово? Ну, я думаю, да. Это типа бич. Ну да, да. Не, ну мне просто интересно, каково, почему именно это слово они решили взять за основу этой песни. Почему этой именно... песни, да, не что-то такое, не просто, а вот именно для такой остринки, знаешь, придать перчинку этому всему. Эта версия чуть-чуть получше, чем нецензурная. А ты слушала ее? Ну, там все то же самое, только в припеве так. Пожёстче звучит для нас. Да. Ну вот, ну. На самом деле, я заметила, вот сейчас, кстати, просто подумала, у этого Хани Синга прям тяга к каким-то русским словам. У него до этого, я не знаю, слышала ты или нет, была песня, называется «Char Bottle Vodka». А, что-то, бутылки водки. Кстати, да, по-моему. На самом деле песня прикольная, я просто помню, что я ее слушала вот просто днями и ночами, реально. Да? Она, я не знаю почему, она мне заела, и там просто в клипе, короче, есть очень крутой момент, когда он начинает танцевать, и там он такие движухи просто делает. Я помню, я просто зависла на этих моментах, и я их переслушала, пока мне эта песня просто уже вот не надоела. Да? Вот. Надо да, посмотреть. Суть в том, что что-то у него, короче, в России, что-то его прям тянет. Я смотрю, то он там с Москвой, то у него тянет, да. Что могу сказать, значит, вот подытоживая это все, что здесь, по-моему, типичная, обыкновенная рыбчина, типа такая ганста, но с каким-то банальнейшим набором, ну, во всяком случае, берусь за русские слова. Ну да, именно русские слова вообще непонятно. Просто поднимите там бокалы в небо, веди себя посмелее, ну это все такое уже избитое. Да. Не знаю, цель создания, как бы, я всегда ищу какой-то вот посыл, да, в каждом виде, в каждом клипе, в каждой песне ищу какой-то посыл. Так вот, в этой песне... Отсутствует. Он определенно отсутствует. Не знаю, возможно, мы уже искушенные, у нас много такого рэпа в последнее время в России. В России таких песен вообще, о! Ну вот, и поэтому не знаю. Ну да, скачивать ее я не буду. Песня достаточно скучная. Опять-таки, у нас все песни скучные, короче, сейчас нас опять там закидают негативными комментариями. Вот вам уже русские слова дали, а вам что-то не нравится, нас все что-то не устраивает. Я уже готова читать негативные комментарии. Да. Ух, жду вас, ребята. Пишите.